Божественная литургия по кончине духовника Сергиево-Посадской епархии протоиерея Иоанна Монаршика-старшего состоялась в Смоленском храме Ивантеевке. Ее возглавил управляющий Сергиево-Посадской епархии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитриевский Кирилл. На службе присутствовали глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители и депутаты. Господу на панихиде также присутствовали прихожане из разных храмов и церквей городского округа Пушкинский и других муниципалитетов. В 1991 году протоиерей Иоанн Монаршик был назначен благочином Пушкинского и Мытищинского церковных округов, а через 20 лет перешел в должность благочинного церквей Ивантеевского округа. За эти годы он помог открыть и организовать свыше 50 церковных приходов Московской епархии. Настоятель Смоленского храма города Ивантеевка, митрофорный протоиерей Иоанн Монаршик, отошел ко Господу 20 октября 2022 года. При жизни все свободное время отец Иоанн посвящал служению на благо церкви, несмотря на длительную тяжелую болезнь. До последнего дня он старался служить божественную литургию. Екатерина Дубровина, Камила Клиновская, Александр Корнеев, Олег Устинов, Анна Белова. Новости Большого округа.